В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снега. Осадки идут третий день из выходных. Все это время работают специалисты департамента городского хозяйства, экологии, а также коммунальные службы. Об этом говорили на еженедельном совещании в администрации города. Расчищают дороги и улицы как вручную, так и с привлечением специализированной техники. Первые смены дворников вышли в 5 утра. В ведомстве городских властей подходы к социальным объектам, больницам, школам, детским садам. А также остановки общественного транспорта. Все они в начале рабочего дня были расчищены. По оценкам ГАТИ, сейчас город освобожден от снега на 70%. За внутриквартальные проезды и подходы к районным магазинам отвечают ТСЖ и управляющие компании. Все жалобы в соцсетях городские власти оперативно отслеживают и принимают меры. И, конечно, наверное, всех самарцев сначала порадовало, что наконец-то у нас началась настоящая зима, что наконец-то появился белоснежный снег. Но мы свою работу не забываем и понимаем, что нам необходимо чистить и улично-дорожную сеть, что нам необходимо чистить тротуары, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов, организовывать проходы, проезда к нашим социальным объектам. Поэтому, конечно, максимально вывели количество техники, количество людей, организовали работу двухсменную. Во всех районах города налажена работа елочных базаров, всего 150 площадок. Продажа оформлена в новой визуальной концепции. В этом году обязательно наличие ограждений. Также в рамках борьбы с несанкционированной торговлей хвойными деревьями на территории городского округа Самара администрациями внутригородских районов совместно с полицией проводятся рейды по выявлению и пресечению несанкционированных точек продаж хвойных деревьев. 31 декабря муниципальные ярмарки по продаже хвойных деревьев прекращают торговую деятельность в 12 часов дня. Осуществляет уборку и освобождение территории до 16:00. Затем контрольный отдел муниципального предприятия ярмарка Самары все это объезжает и отчитывается в департаменте о выполнении до 21:00. После работы елочных базаров на улицах города не должно остаться мусора и нераспроданных деревьев. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.